с вами Авиан, и сегодня я вместе с мистером Зиро буду проходить карту под названием Гренни. Всем вот. Здравствуйте! Вот мы будем сейчас тут, он там уже телепортировался, а я как бы тут еще в менюшке. Тут правило, нажмите типа на кнопку, чтобы прятаться за объектом, типа закрывайте двери и юзайте мистера Пропера, для того, чтобы открыть главную дверь. Белое что-то, блять, бежать, все, удачи. Будьте уверены, то что вы включили текстур пак перед игрой. Это я сделал. Здесь написано оригинальный телефон. Игра сделана с помощью девелопера. Ну это оригинал. И это кто сделал? Короче, Creeper Gamer какой-то. Все, нас это не интересует. Начинаем игру. О, здорово! Здорово! У меня такой же скин, как у тебя. Ну и ладно. Все, тогда давай начинать выбираться сюда. Как-то, только тихо. Я помню, мы с ним проходили эту карту 1.5 года назад. Но этого видео на канале нету. Короче, разделяться не будем. Пошли поищем что-нибудь. Смотри, если увидишь, то мне говори сразу, где он находится. А мы, собственно, ищем ключи, всякие кусачки, чтобы открыть как бы там дверь и свалить отсюда. Так, здесь что-то есть. А, твою мать! Меня убила чешуйница. Ты жив? Да. Ну все, окей. Ты там пока отвлекай ее. Я буду искать что-нибудь, чтобы нам помогло. О, кусачки. Так, не обращайте внимания, это машина тут проезжает, потому что я сейчас не дома, как бы мы сидим в машине, снимаем видос. Кусачки, ты помнишь для чего в оригинальной игре? Гренни меня убила! Блять, ты помнишь для чего кусачки нужны? Что я сделал? Кусачкам, я помню, на третьем этаже что-то надо было сделать. Да. Карту, кстати, обновили, скорее всего, потому что третьего этажа раньше не было. И тут у нас... Хотя третий этаж, скорее всего, был. Это нам спрятаться... Это что? А, это доски, их выбить надо. Ну, короче, на третьем этаже. Нажимай на кнопку. Ай, я в туалет провалился. А, твою мать, блядь, беги. Я сдох. О, блядь, она на кровати. Она сейчас... Твою мать, беги. Беги, Форс, беги. Беги. Я в подвал. Так. Все, тихо. Это что, это фотка ее. Страшная такая. Так, а что здесь? Где юзать что? Это что? Меня зажали, блядь. Да я слышу. Надо найти этот рубильник или что там. Кнопка, по-моему. Это куда? Здесь никого нет. Я вижу тебя там убивать чешуйница почему-то. Давай, короче, искать. За тобой побежали, чувак. За мной? Да. Она от меня убежала и побежала за тобой почему-то. За мной никто не бегает. О чем? Ну, она стремительно к тебе побежала. Так, здесь что? О, я ключ нашел. Мастер кей, короче. О, я сбежал. Прикол, я сбежал. Все, всем спасибо за просмотр. С вами был Авиан. И мистер Зиро. Да, тут есть книжка. О, ты тоже здесь? Угу. Ну, короче, мы типа прошли карту, но это было нечестно как-то. И в итоге мы сейчас будем тупо от нее бегать по приколу там. Хей, я Крипер, что-то создатель этой карты. И я придумал что-то там. Спасибо за игру и за уверенность, то, что вы не что-то там не чекали карту в MKPDL какой-то. Или загрузили... С моего веб-сайта. Мой веб-сайт. Все, спасибо. И там Гренни еще такая. Ну что, мистер Зиро, будем проходить карту еще раз? Ну, короче. Блять! Она упала, слышь. Ой-ой-ой-ой-ой! И... А, она не за мной бежит. Посмотрите на эти кадры. Ты на третий этаж пошел? Да. Блять! Сейчас она на меня агрессом будет. Помнишь нычку, выйди из комнаты из этой. Помнишь вот эту нычку, где она нас достать вообще никаким раком не могла? Угу. Сейчас я ее спровоцирую. Эй, Гренни! Вон она! Так, тихо. Блять, беги, блять, быстрее беги!
Ах ты! Нихера ты! Во! Привет! Подожди, что это было? Экипировать? Стой! 18 минут. Так, короче, я ее гоню сюда. И сам прыгаю вниз. Блять, она несется. Прячься, прячься где-нибудь. Так, так, тихо. Блять, мразь такая. Это Грэнни на самом деле надоела уже. И тебя тоже убила. Так, не. Ай, блядь, с пьяным батей вокруг стола бегаем. Блять. Тихо, тихо. Подожди, как мы тогда делали? Встань, короче, вон на том проходе, вон. Да-да-да. И сейчас, короче, будет момент, типа, маневр такой. Раз, два, три, блядь, беги. Такой вот угарный видос получается у нас. А, мразь! Так, поменьше агрессии. Все по-честному сейчас будем делать. Ну, чё ты? Так, раз, два, три. Вышел зайчик, блядь, на сри. Ой, что я сказал, я не понял даже. Бежим. О, что за хрень? Смотри. На чё он? Где она? Это чё получается? Стоп, я... А как я сбежал? Смотри. Блядь, начёс! Сейчас я к тебе переношусь, кого? Авиана? Всё, давай, начинаем. По стартапу, сейчас я чат ещё. В смысле, не заглушается. Блядь, она на кровати. Я на улице. Молодец, пропиши себе килл. Ну там, чтобы умереть. Ну ладно, короче. А, я тоже сбежал. Так, вот она стоит. Тихо, тихо. Чш, она шипит. О, блядь, нет. Я ее сломал, слышишь? На втором этаже. А че она не работает? Блять, у нее скрипт сломался. Че делать? У нее скрипт сломался. Вот, короче, за нами бежит Грэнни. Это все не наиграно, это все на самом деле. Беги лучше, она за мной. Прям так, как змея ползет. Так. Пошла нахер! Так я же нажал на кнопку, что за хрень? Как же меня эта Грэнни достала. Пошли, она в ярде, короче, ну на улице. Ты помнишь, где улица находится? Я же туда выходил. Ну, тихо. Блять, она за гильотиной вон там стоит. Выходи на улицу, только тихо. Вон, видишь, эта мразь? Давай сюда потихону. Так, и что делать будем? Не знаю, нахуй ему лучше. Присядь. Вот так и сиди. Сейчас я попробую с ней поговорить. Можно с вами поговорить? Блядь, беги! Нет. Да. Это просто фейл. По-другому никак не зовёт. А вот что мы ей такого сделали? Оп. Нет. Что мы ей такого сделали, это что нам... Пиздец. Так я же на кнопку нажал, вы видели. Да. Короче, придется искать. Придется отрабатывать. Так, вон она стоит. Слышишь, что, аккуратно. Она вон там за столом. Ой-ой-ой! Ебанутая бабашка! Бабашка! Ебанутая шабашка! Она прыгает! Она прыгает! Ты знал? О, я знаю, я вспомнил! Супер нычку! Вот меня там никто не. О! Я докоснулся до этой хрени, меня тпшнуло. Ладно, в общем, давайте закончим на этом видео. Карта вот прям реально душевная, жизненная. Вот прям очень. Тебе есть что сказать по поводу этой карты? Заебись. Ну, вот такое вот мнение было от мистера Зиру. С вами я прощаюсь и вот этой бабкой тоже. Всем пока! Всем спасибо за просмотр. И меня какого-то хрена не телепортирует на... На лобби, только не лобби, а на конечную заставку. Ну, в общем, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.